Так, от Уши мы двигаемся в сторону Тюмени, в сторону Екатеринбурга. Условия, вы сами видите, какие. Пока без комментариев. Скажи, снег-то, наверное, до Тюмени идет, да? Нет, Галышмановский район как заканчивается, оттуда пошел. Там чисто, да? Да, да, чисто. Я вижу, что ты чистый.
заправился. Зашел почти полный бак. Настоящая зима. Резко потемнело. Резко. Какая-то туча, видать. Снежный заряд, наверное, сейчас будет. Зацепился за фуру метров 300 идет. Двигаюсь в режиме круиз-контроля. Восьмой серии, ближе к окончанию, проезжал Абатское. Значит, там произошел такой инцидент. Двигалась колонна больших грузов. Да ненадолго. Их стало обгонять пара автомобилей. Жигули, БМВ. Не говорю, пальто пойдем. Водитель из БМВ стал размахивать пистолетом. Якобы кто-то из дальнобойщиков проявил к нему неуважение или что-то еще. Шпана желторотая из 90-х годов. Посмотрели фильмов. Все, дальнобойщики связались. Позвонили в милицию. Это я пойду. Позвонили в полицию. Эту барочку тормознули на трассе. Вот что будет утром, как он сейчас отгрязал, этот дальнобойщик. Мокрый снег на полотне дороги превратится в лед.
там уже скорость 40 километров до Тюмени сказать не могу. Сколько дорожных указателей, ни на одном из них не указано расстояние. Только направление. Будем ехать до упора. Поставил новую карту памяти на видеорегистратор. Должно хватить на 5 часов записи. Надеюсь, до этого времени где-нибудь остановиться на... навигатор сигнализирует о том, что где-то стоит камера видеофиксации. Что фиксировать? Не знаю, смотрел по сторонам, ничего не увидел. Десятка, наверное, три уже дорожных указателей проехал. Показывает только направление. И ни на одном из них нет километража. Так что трудно ориентироваться. Навигатор мне показывает расстояние до Екатеринбурга. До Екатеринбурга 547 километров. Естественно, на таком расстоянии речи быть не может. По крайней мере, сегодня слишком мало светового времени, низкая скорость. Ну вот, слегка подзакусил. Стал останавливаться. Благодарю. Давай, удачи. Время не вопрос.
Нет, больно вкусный, будете. Снегопад прекратился, видимость леса улучшилась. Интенсивность движения достаточно слабая. Не порядка 200 километров. При такой скорости часа 3 ехать.
участок дороги нелегкий. Хочу, чтобы нам по Новосибирску что-то было лучше. Радио там нет. Весь диапазон пробежал. Радио нет. Под Тюменью, не доезжая до Тюмени, должны быть эти паркинги, мотели. Помню, по прошлогодним поездкам там что-то было. Детально не помню, а что там есть. Там строительные рынки, все, что хочешь. Это возле самой Тюмени. Тихо-тихо, а потом умял за милую душу. Участок Ишим, Тюмень, автобаном не назовешь, потому что наряду с хорошими участками есть и с колдобинами, с закладками, с трещинами,
со всей фигней. Тормозами такой дороги лучше не пользоваться. Он тормозит двигателем. Вот тут стоит АБС. По-моему, год или два назад приезжал по этому участку. Ничего не изменилось в плане ремонта. Дорога вроде бы наладилась. Участок, где шел снегопад, где шел снег, благополучно миновали. Я опасался, что для самой Тюмени будет такая дорога. А к утру отморозит вообще. Будем надеяться, что далее снегопад уже не повторится. Так, стоимость бензина. Стоимость бензина здесь на рубль дороже, чем в Красноярском крае. Нет, не просто, чем в Кемеровской области и в Новосибирской. Там бензин подешевле. В Тюмени нет тут бензина взяться. Только за водитель. Облака потихоньку рассеиваются. И как закон пакости, закон солнца будет прямо в лицо.
при наличии круиз-контроля двигаться очень легко. Двигаться очень легко. Утомления никакого абсолютно. Так, обзор по краям до горизонта. На горизонте лес или как? Вот так равнина, ровненькая. Поля. Трасса Е-22. Е-22. Р-402. 1Р-402. Хрен поймешь. Ему нужно... Какую путаницу засветить. Значит, кому-то это нужно. Движение в сторону Тюмени. Е-22, Р-402, 1Р-402. Выбирайте на свой вкус другое название. Я думаю, пока не будет четкости названия и маркировки федеральных трасс, на дороге порядка не будет. Продержаться в таком скоростном ритме на полтора, хотя бы час. Я говорю, вот наступило второе дыхание, состояние второго дыхания. Усталости никакой совершенно. Единственным сдерживающим фактором дальнейшего движения это световой тип. Это световой тип.
9-7, машинка работает перед мостиком. Сейчас ты сюда выйдешь обратно, да. На Тюмень. После заправки справа сюда выйдешь. Впереди парни, через километр. Печалька вот такая, я думал, мотель светится, оказался обыкновенный торговый центр.